Санаторий «Серебряные ключи» оздоровлением детей, потерпелых району, занимается уже не пешее десятилетие. Правда, стверджать, что все захворывания у детей выключены от несприятной экологии, зараз уже нельзя. По словам медиков, сирот причин и неправильное харчевание, и празмерное захопление компьютерами. У новогодние дни до специализованного лечения у санатории додали еще и святочные ранечники, которые у нечем нагадывают активные рухомые гульни. Уже праз некоторых хвилин обаяковым не застается никто. Дети очень замечательные, очень хорошие, очень подвижные, интересные. Песенки все знают. Даже если и не учишь с ними, они все знают. Они же замечательно, просто дети, играй с ними, танцуй, и они будут с вами все время танцевать. У серебряных ключах 2/3 отпочивальников – дети. Покинуть без свята не максима никого, а тому ранечники у санатории по некалькі разов у день. Супрацовники кажут, что подрыхтовали некалькі сценариев у залежности от узросту удельников. Напевно, нема больше вдячных удельников новогодних ранечников, чем дети дошкольного узросту. И они не просто верят у казку, и они у ней живут. Тут все по-соправдному. И злая Баба Яга, и добрый Дед Мороз. У санатории дети находятся 24 дни, а тому шмат кто дома на елку просто не поспевая. Гэтые ранечники для них максима самое галоўнае. У селякім разе сами дети до их относятся вельми серьезно, а непосредственно в день проведения становятся нават больше послухмянами. Были послушными, любили наряды друг другу, помогали надевать, чтобы всем костюма хватило, переживали об этом и помогали нам. Все друг друга одели, прибрали, навели порядок, причесались. Ну и с удовольствием пришли сюда, пофотографировались возле елки, рассказали стихи Деду Морозу. Ну и получили подарки долгожданные. Праздник для них состоялся. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.